Всем привет, дорогие друзья, с вами Алёшка. Сегодня продолжаем играть в игру Minecraft на России 1.4.6 с офигительными модами. Остановились мы о том, как мы в прошлой части вот в этом огромном-огромном сумеречном лесу нашли самого-самого первого босса, которого мы когда-либо побеждали, и это была Гидра. Да, мы впервые в сумеречном лесу убили Гидру, да и не то чтобы на съемках, это для меня был самый первый босс, которого я когда-либо убивал в сумеречном лесу, если честно. Это довольно-таки круто, потому что сама Гидра была довольно-таки эпичная. Убиваешь одну голову, вырастает две, и битва была очень сложная. Мне она понравилась, ну и все-таки я ее убил, с нее выпало 35 вот такой вот гидрятины. Потом кровь в бутыльках, всю эту кровь я переделал в такие вот горящие слитки. И также с нее выпала медалька. С помощью горящих слитков я сделал горящую кирку. И я не знаю, для чего используется медалька. То есть я нажимаю на Г русскую, ничего не происходит. Нажимаю на К русскую, опять же ничего не происходит. То есть в крафтах она не используется вообще. И для чего она используется, я так не понимаю. Нажимаю на правую кнопку мыши, она тоже не реагирует. В общем-то, наверное, пока что бесполезная вещь. Но мы посмотрим. Может быть, она, конечно, для чего-то и используется. Может быть, надо вызвать какого-либо босса. Посмотрим, посмотрим. Так, а сейчас я хочу выбраться из вот этого вот каньона, ущелья и так далее. Называйте, как хотите, но все-таки я хочу отсюда выбраться. И, наверное, я сегодня пойду на место Гидры, где она раньше была. Дело в том, что вы, наверное, помните то, что в прошлой части, когда Гидра уничтожала камни, землю и так далее, она мне нечаянно показала, где находится спавнер со скелетами. И, в общем-то, прямо сейчас я, наверное, туда буду отправляться, обворую у этих скелетов сундуки, поубиваю этих скелетов, и, в общем-то, все будет, конечно же, круто. Так, но до сих пор у меня возникает проблема, как мне отсюда выбраться? Вот не могу, и все. Как-нибудь вот так вот. Как видите, это очень хорошо, что теперь с помощью вот такой вот горящей кирки мне с камня выпадает именно камень, а не булыжник. И это, конечно же, как я уже говорил, круто. Так, ну, в общем-то, я прямо сейчас пойду на Death Point, где раньше находилась Гидра и где я ее раньше убил. Пойду я, конечно же, по лесу, а не под лесом. И, в общем-то, прибуду к скелетам. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, недавно до съемок я здесь слышал эту огромную-огромную собаку. Да. Вот сейчас я ее не вижу, но я ее до съемок, честное слово, слышал. Она рычала. Я сначала подумал, что в начале съемок она ко мне упадет и начнет меня грызть. Но, как оказалось, она не такая уж и сильная. То есть, мне написали в комментариях то, что пока что эта собака в разработке. И то, что я ее убил всего лишь с 4 ударов алмазных мечом, не означает то, что она слабая. На самом деле, это собака в разработке, и пока что она такая вот слабенькая. Но в дальнейшем ее сделают очень-очень сильной. А! Точно, народ, подождите, мы не пойдем сейчас к скелету, не пойдем, я же вам хотел кое-что показать, мне также писали в комментариях то, что вот этот вот замок можно активировать, то есть сделать его, можно сказать, живым, и давайте мы прямо сейчас это как раз таки и посмотрим, как это делается. Так, мы сейчас быстренько должны залезть на самую вершину этого замка, ну то есть не на самую вершину, но все-таки в сам замок зайти, и как бы мне это сделать, листва-то очень долго ломается. Так, в общем-то, мы вроде как это сделали. И когда мы зайдем в этот замок... Что это там, книжки, что ли? О, нет. Только не книжки. Я вас ненавижу. Вы замедляете. Где мой меч? Где мой меч? А, меч, 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 меч. Где, где, где? Сдохни, сдохни, сдохни. Отлично. Книжки, листочки. Очень хорошо. Так. Все. Они вроде как там остались. И, в общем-то, что я вам хотел показать? А, ну да. В общем-то, этот замок можно активировать. Как это делается? Мы ищем красные знаки. Сейчас я вам их как раз-таки покажу. Красные знаки. Где бы мне вас их найти? А, вот, вот, красный знак. И раньше, когда я тыкал левой кнопкой мыши, у меня ничего не получалось. Но я не удосужился нажать правой кнопкой мыши. А если я нажму все-таки правой кнопкой мыши, то вот что произойдет. Как видите, это действительно круто. И этот замок действительно можно активировать и пройти дальше. С таким вот приятным звуком все это происходит, и вот дальше я не знаю, что у нас находится, но я так понимаю, нам сейчас придется лезть. Подождите, а это не ломается, да? Эх, не ломается. Окей, придется ставить свои блоки. Это у нас будет камень. Раз. Нет, ступеньками лучше ставить, конечно же. Так, ну, поднимусь где-то на одну высоту и посмотрю, что у нас там сверху.
А, так там еще выше, еще и еще и еще выше. Но у меня нету блоков. У меня только один блок камня и все. Все. Теперь я вообще без блоков. Фигово, фигово. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Довольно-таки красиво, да. Я всегда мечтал взять и упасть после того, как активировал стену. Не, реально. Это что, баг генерации? Потому что, по идее, мы должны оказаться там. Видите? Стена обрублена. Ну да, это, наверное, какой-то баг генерации. Видите? Чисто вся стена обрублена. Оу. Да. Не хотел бы я оказаться на той стороне. Сейчас. Поедим маленько. И идем дальше. Так, у нас есть уголь. У нас есть палки, по идее. Окей, палок у нас нету. Как я пойду дальше, я не знаю. Все темно. Давайте сделаем ярко и... Вау! Вау! Испугали-то гребаные книжки! Ну что же вы так меня пугаете-то все время? О, господи! Испугали, вот реально! Я никогда так не пугался за счет этих книжек. Но сейчас что-то меня заставило испугаться и... Да. Это было эпично. Я, кстати, слышу зомби. Но мне он не интересен. Это простой зомби, который будет просто меня бить. Да. Ну ладно, я так понимаю, в этом замке пока что не все доделано. То есть он пока что в разработке так же, как и волк. И да, я спускаюсь. О, подождите. Книжка! Ненавижу тебя! Сдохни! А, я опять замедлен. Ненавижу. Медлительность. 2 секунды. Все? Отлично. Кстати, вот я не понимаю, каким боком в сумеречном лесу есть солнце? Вот смотрите, оно поднимается, кстати. Это... оно реально поднимается, но почему остаются звезды? Да. Немного странновато, народ. То есть, солнце поднимается. А, нет, оно уже не поднимается, кстати. Оно просто зависло. Ладно, не будем на это обращать внимание. Может быть, так и задумано разработчиком этого мода. Поэтому мы идем дальше. А-ля-ля-ля-ля-ля. К дефпоинту нам осталось дойти всего лишь 200 метров. И мы дойдем до смерти нашей гидры, которую мы убили в прошлой части. И также мы дойдем до мега-мега-супер-пупер скелетов. Ну как мега-супер-пупер? Просто скелетов. И так, как бы здесь спуститься? Вообще, я не понимаю, каким боком здесь могут расти одуванчики? Здесь же все горит. Как здесь могут жить кролики? Повторяю, здесь же все горит. Так, подождите, там же у нас лава, да? Да, там лава. Может, я смогу как-нибудь ее убрать? Давайте попробуем это сделать. Возьмем землю. И поставим ее. Ой, не пугайте меня. И да. Мы собрали еще один смокинг-блок. А, подождите. Это Firejet. Это та фигня, которая выпускает огонь. То есть это не смокинг-блок. Это она не выпускает дым. Она выпускает огонь. О! Странно, странно. Вроде как на одно лицо похоже. Ладно, выпускай огонь. Домой я тебя точно не понесу. Сожжешь меня там, к чертовой матери. Так, о, подождите, тут разве были тыквы? Как-то раньше я их не замечал. Ну давайте соберем, конечно же. Собираем тыквы, будем их выращивать. Да-да-да. Да, кстати, меня многие просили еще в комментариях, чтобы я сделал себе загон для курятинов. Я это, конечно же, в дальнейшем сделаю. Так, но, пожалуйста, хватит петь. Гребаные жучки. Вау! На этом огромном дереве даже листва меняется. Круто. Так, ну, в общем-то, как я уже сказал, загон для курятинов мы, конечно же, сделаем. Но сейчас я хочу здесь добыть немного руды и пойти к скелетам. О, хорошо, что с помощью вот этой горящей кирки выпадают сразу же слитки, а не руда. То есть, хорошо, что мне не понадобятся какие-то там печки. Так, подождите. А здесь у нас есть корни? О, да, корни есть, отлично. Мне просто палочки нужны. Палочки, 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 палочки. Сейчас сделаем 16 факелов. Положим все это сюда. О, у нас книжка есть? Книга и перо. Откуда? А, наверное, с летающей книжки выпало. Вполне возможно.
Добываем еще немного железка, потом добудем немного палочек на всякий случай, мало ли придется еще немного факелов сделать. Кстати, мы как раз таки этим, наверное, сейчас и займемся. И теперь возвращаемся к скелетам. Хотя нет. Подождите-ка, народ. Вы только посмотрите. Когда я сражался с этой гидрой, я даже и не замечал, что здесь столько всякого нужного мне. То есть смотрите, сколько здесь редстоуна. А с редстоуна, как вы знаете, выпадает куча, еще раз, куча опыта. И, в общем-то, его грех не собрать. Наверное, я его все-таки буду собирать с помощью горящей кирки. А, вон, кстати, и скелеты. Ой-ой, бьются-то как. Собираем. Еще немного редстоун. Мне главное опыт, то есть сам редстоун мне не особо важен. Да, господи, хватит биться. Сдохни. О! Так ты еще и горишь? Да ладно. Круто. Ха, мазила. Не, круто, я и не знал то, что если ударишь этой огненной киркой, загорится моб. Хм, круто, круто. Где же ты, скелет? А, он сгорел. Круто. Я, наверное, не закончу повторять слово «круто». Так, почему у нас здесь свинки? По идее, здесь спавнятся скелеты. Давайте мы как раз-таки это проверим. Специально для вас, народ. Те, кто пишет: «О, ты разрушил спавнер свинок». Вот, видите? На самом деле здесь нифига не свинки. На самом деле здесь дофига скелеты. Поэтому спавнер я все-таки разрушу. Разрушай! Так, подожди. Разрушай! А, успел заспавниться, говнюк. У него этот, как там его? У него лук зачарованный был. О, хлеб, поедим. Хотя нет, давайте попробуем гидрятину съесть. Мне писали в комментариях то, что она восстанавливает целую сытость. То есть, если у вас ее полностью нет, то одна гидрятина вам поможет ее полностью восстановить. Так, какао-бобы нам не понадобится. Порох не понадобится. Пшеница вот понадобится. И седло понадобится. Положу за место этого самородка. Так, а здесь у нас что? А здесь у нас какая-то шахта. Обожаю шахты. Обычно в них хранятся алмазы. Да, я кэп. Я хочу сюда сходить. Тут кто-нибудь есть? Что-то я вообще ничего не вижу. Сейчас вроде вижу. Да, здесь ничего нет. Да, ну хотя бы торч Берри соберем. Давай. Собирай. В смысле, не собирайся. Вылази отсюда, господи. Ну уже, гребаная вода. Ненавижу ее за это. Надо убрать ее. Все. Фух. Воды больше здесь нету. А, у нас есть проход ниже. Вот это меня, кстати, радует, потому что сейчас мы сможем найти, может быть, алмазы. О, нет, я слышу этих гребаных жучков. А, нет, все, вроде не слышу. Привет, летучая мышка. Ты вроде как безобидная. Лазурит, как же я давно тебя не встречал. Соберем тебя киркой на удачу. Эй, давайте используем яйца, почему бы и нет. О, два мини-чаки выпало. Да ладно, из яичек выпало два мини-чаки. Круто. Блин, я уже жалею то, что я не использовал это в своем доме. Господи. Блин. Мне теперь хочется молчать. Ну почему? Вот почему, когда используешь, не знаю, где-то 10 яиц в своем доме, да? Используешь, и ни одного мини-чаки. А используешь тут всего лишь 3 яичка, и выпадает целых 2 мини-чаки. Ну что это такое? Закон подлости. Ну почему ты все время работаешь на мне? Я теперь, блин, действительно жалею то, что использовал эти яйца здесь, в шахте, где мини-чаки могут помереть. Да. О, корни. Смотрите-ка. Обычно они здесь не встречаются, но сейчас встретились. Круто. Соберем их. Конечно же, соберем. За место перышка. Здесь у нас что? Странно. Я не слышу мобов. О, господи, надеюсь, ты здесь не один. Ну-ка, ты здесь не один или один? Ну почему один? Эй, я специально принес кирку на удачу ради тебя. Один алмаз. Окей.
Я, конечно, надеялся на чуть больше, но... Хотя бы один алмаз это тоже уже что-то, но... Хотелось бы больше, да. Все хотели бы когда-нибудь больше, когда находят алмазы. Но... Да. У меня сейчас точно так же. Сколько здесь торчберрис? Вы, кстати, заметили, народ? Надо бы его, наверное, истратить. На факелы. Вот так вот. О! Зеленые корни. Неплохо. Слушайте, кажется, я богатею после убийства гидры. Как будто после того, как я убил гидру, у меня появилось какое-то везение. То есть мобы не попадаются практически. Потом руда попадается довольно-таки часто. Хорошая руда, конечно же. И все такое, да. Зеленые корни попадаются часто. Привет, кстати, золотая руда. Надо, наверное, тебя собрать. Собираем. Собираем. Вот представляете, если зачаровать вот эту вот огненную кирку на удачу. То есть ты, можно сказать, не носишь с собой печку, да? Да. И в то же время тебе выпадает в два, а то и в три раза больше руды. По-моему, это круто. Так, здесь у нас что? Простой редстоун, но его я тоже соберу. Как-никак опыт. Дам. И выброшу его. Вот так вот. Ой, о, нет, зачем я это сделал? Не-не-не, железную руду нужно таким вот образом добывать. Стоп, почему я ничего не вижу? Так лучше. Извините, народ, то, что я запинаюсь. В этой серии я очень сильно запинаюсь. Дело в том, что я устал, очень сильно устал. Очень сильно устал. И как бы да. Я сейчас даже не знаю, что мне говорить. То есть... Я хочу что-то сказать, но я не знаю, что мне говорить. То есть, ну вот, я как бы спускаюсь в шахту, да, и здесь я могу найти алмазики. Но больше я ничего не знаю, что сказать. То есть, мне как-то здесь, в этой шахте, ничего и комментировать-то не хочется толком. Ну, наверное, у многих летсплейщиков такое когда-либо было. То есть, просто не хочется комментировать, и все. Вот такая же петрушка и со мной сейчас случается. Просто хочется помолчать. Наверное, все-таки сейчас вылезу отсюда. О, да ладно, киркой так долго рушится это дерево. Странно, странно. Даже мечом быстрее. Ой. Ну. Да. Теперь я даже не знаю, куда мне идти. На сегодня планы у меня исчерпались. Хм. Че бы поделать-то? Че бы поделать-то? А знаете, что я сейчас поделаю? Я пойду в ту сторону. Смотрите. Я сейчас на миникарте вижу какой-то домик. А вдруг это домик скелета магического? Давайте мы как раз туда исходим. Так. Вот, да. Действительно, это домик скелета. Давайте сейчас сюда забежим. Убьем этого скелета. И закончим на этом серию, народ. Заканчиваем мы на этом, народ, и я с вами прощаюсь и говорю вам, если здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, а с вами Лололошка, всем удачи, всем пока!